после матча пресс-конференцию. Ваше внимание, два главных тренера, встречавшихся сегодня команд. По традиции первым мы слово предоставим гостям. Андрей Викторович Талалаев, главный тренер футбольного клуба «Волга». Андрей Викторович, поделитесь, пожалуйста, своими первыми впечатлениями от прошедшего матча, потом будут вопросы. Первое впечатление. Тяжелая, хорошая победа хозяев. Десятером больше, чем тайм. Играли грамотно. Мы готовились к такому тяжелому матчу. Знаем, что вы лидеры в своей зоне. Играете очень быстрый футбол впереди. Убегаете достаточно быстро. Но, к сожалению, совершили те ошибки, что совершают, и те соперники, которые сыграли с вами до этого. Хотелось поздравить хозяев, пожелать удачи в следующем раунде. Кубок – это такое соревнование непредсказуемое, чтобы вы творили дальше. Пожалуйста, вопрос. Вы в усеченном составе приехали на замену практически там трех человек, имея. Насколько это все и ситуация вокруг команды вот сказывается на ближайших целях и задачах? Насколько сказывается ситуация, когда 14 человек в заявке, сказывается на то, что ты не можешь влиять на игру. Я очень надеюсь, что нам, вы сегодня видели, не хватало качества в атаке. Мы били в штанги, били вокруг ворот, не могли самое главное сделать – забить гол в ворота. Сейчас выздоровеют у нас Даниленко и Суханов, те люди, которые могут добавить именно этого самого качества в атаке. Будем надеяться, что это поможет нам наконец-то загнать долгожданный гол в сетку ворот соперника. Продолжаем нашу послематчную пресс-конференцию. Павел Пантелеич Гусев, главный тренер футбольного клуба «Факел», вашему вниманию. Павел Пантелеич, ну какие у вас впечатления первые? Ну, во-первых, хотелось бы всех болельщиков Воронежа, Воронежской области, кто болеет за команду «Факел», поздравить с победой, с хорошей победой. Очень благодарен и горжусь ребятами, которые в сложнейших условиях смогли праздник сделать для любителей футбола. И надеюсь на то, что приезд команды премьер-лиги будет еще больше праздник. Играть 75 минут в меньшинстве, и травма, и перестановки – это дорогого стоит. Но в таких вот играх закаляется характер команды. И я еще раз повторяю, что очень благодарен ребятам за проявленный характер и мастерство. Если брать игру, то где-то немножко нам повезло. Повезло в каком плане? В начале игры сразу на первых минутах, там, на второй, по-моему, минуте была хорошая проникающая передача в штрафную площадь и острое открывание форварда и забей этот мяч на второй минуте. Неизвестно, как бы сложилась эта игра. Но потом ребята строже стали играть в обороне, и то, что мы планировали, быстрый переход от обороны к атаке, где-то у нас получалось все. Ну а потом в связи с удалением пришлось и перестраивать и схему, и уплотнять до предела, уже играть по счету. По счету, и сохранить нужно было этот счет. Ну и на второй тайм установка была еще в группе, нападающий был садиться. И уповать только на скоростные качества группы атаки. Это Бирюков, это Жиляев, это Турик, да. И в принципе мы второй гол забили в быстрой ответной атаке. Использовал свои скоростные качества. Рад за тех ребят, которые вышли сегодня впервые в стартовом составе. Это и Василенко, и Фурсенко, и Турик, которые, скажу так, для первой игры очень на хорошем уровне сыграли. Что с Драников, Павел Павлович? Ну, скорее всего, у Драникова разрыв задней поверхности бедра. То есть он... Завтра он в Москву уезжает на обследование, но прогноз неутешительный. То есть по стопам Бутырина, да? Вот так. Ну, получается так, что не по стопам Бутырина, а по стопам Могилевского. Вы знаете, что в Тамбове Могилевский получил у нас такого же рода характер. И обе травмы связаны с качеством поля. Там мы играли дождь скользко, и Могилевский в подкате пошел, нога поехала, надорвал заднюю поверхность. И здесь то же самое у Вани Дранникова. Поэтому пришлось перестраиваться,
Василенко вышел на позицию Драйника, туда Витя Столовой. Витя на свою позицию все. А сложности были, конечно.